Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту M-Box. Здесь можно работать без вложений на серфинге и рекламировать свои проекты. Одна рекламка стоит 1 копейка. Это один, как бы 100 просмотров, 1 рубль. Ну, давайте перейдем к регистрации. Здесь вот инвестиции можно инвестировать. Минимальный депозит 10 рублей. И от выплаты люди уже выводят. Так, мы соберем всех рекламы и заработок M-Box. Ну, тут сами уже просмотрите. Так, реклама от 1 рубля за 100 посетителей. Инвестиции стабильно 2% в сутки. Так, давайте перейдем к регистрации. Вводим PR-кошелек и капчу. Нажимаю «Войти». Вот у меня на балансе уже 4 копейки. Так. И что? Здесь можно покупать ГХС как бы и майнить. И нажимать «Собрать». И у нас как бы монетки соберутся. Так. Минимальный депозит, как я сказала, 10 рублей. Так. Вот здесь. Смотрите. Важно. Перед окончанием срока вклада не забудьте собрать средства на баланс для вывода, иначе его начисление аннулируется. Здесь все очень внимательно нужно прочесть. Так, купить мощность от 1 до 5000 рублей. Стоимость 1 КХС 10 рублей. Значит, ну здесь вывод, минимальный вывод 1 рубль. Далее, это все потом. Значит, главное, это наш кабинет. Серфинг есть. Как просматривать серфинг? Тут такой вот серфинг. Значит, смотрите. Нажимаем вот сюда. Нас перебрасывает на страничку. Это вот заработок как бы без вложений. И смотрите, здесь буквы и одна цифра. Вот цифра 2. И мы ищем циферку. Нажимаем циферку 2. Все, зачет. Нам засчитался. Как бы... Следующую нажимаем. Вот одна как бы секунда. Загружается сайт опять. И вот смотрим. Циферка 6. Видите? Буквы и посерединке 6. Нажимаем цифру 6. Опять зачет. Вот таким вот образом мы просматриваем серфинг. Так. Далее что? Есть бонус. Бонус дается раз в 24 часа. И опять, смотрите, здесь буквы и посередине цифра. Цифра 7. Берем цифру 7, нажимаем и нажимаем «Получить». И мне засчитали бонуса 3 копейки. Теперь следующий бонус через 24 часа. Ну, а здесь вот бонусы. Как бы, да? Далее. Ставки. Какие-то здесь еще есть. Так. Ну, это игра, что типа того. Ну, я сюда не полезу. Так, далее. Рефералы. Находится партнерская ссылочка вот здесь. Здесь информацию вот эту всю прочтете сами. Далее. Вопросы-ответы прочитайте. Есть группа ВКонтакте. Так, нет. Для любого проекта очень важно. Пишите сообщение в группе ВКонтакте. Вот здесь нажимаем. Нас перебрасывают в группу ВКонтакте. Я еще не вступила. Нажимаем «Вступить». Группу. Возвращаемся. Теперь возвращаюсь к серфингу. И здесь как бы серфинг наш. И рекламку можно рекламировать. Значит, здесь мы... Я обязательно хочу вот закинуть 10 рублей на 1000 просмотров у меня будет. Описание сайта. Ссылка на сайт. Повторная ссылка доступна. Так, через сколько часов? Выбираем 6, 12, 1 день. Так. Далее, время просмотра. Я думаю, 5 секунд будет достаточно. Так, активное окно. Да, нет.
Ну-ка, если да, еще одна копейка, итого будет 2 рубля. И вот как бы количество показов уже 50. За так, баланс за 1 рубль. Угу. И нажимаем предпросмотр. И сначала, прежде чем делать, нужно пополнить баланс. Нажимаем пополнить. Как бы, да? Вот. И потом уже заполняем, потому что нажимаем купить, надо предпросмотр, потом купить. Как бы таким вот образом мы загружаем свою рекламу. Ну а здесь редактировать. Вкладочка. У меня как бы еще ничего нет. Возвращаюсь в кабинет. Я пока сейчас хочу что сделать? Купить мощность. Здесь надо пополнять. Вот у меня баланс мой 9 копеек. Я пополню на 10 рублей. Купить мощность. Пусть капает копеечка. И потом я уже видео не буду затягивать, как бы пополню баланс и как бы на рекламу рубли. Подтверждаю. Далее по схеме. Так, баланс успешно пополнен. Так, опускаемся ниже. Ага, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях. Ну, я вот подписалась уже на группу ВКонтакте. Значит, и вот посмотрите, у меня пошла капать копеечка. Вот в час, в день 20 копеек будет. За 5 дней рубль. Так выходит. Ну вот, в принципе, вот такой вот проект. Вот дата старта. Ага. А вот у меня один мощность, один КХС. Сумма 10 рублей. Как бы. Ну, будет что выводить, буду делать видеообзор. Ну а рекламка, конечно, очень дешевая. И есть что, конечно, рекламировать. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.